Ремонтчик Арни, смотри. Так, заходим. Это вот так. Это типа кладовки. Или смотри, какой гардероб огромный. Вот. Вот огромный гардероб. Так, поехали. Я стараюсь медленно снимать. Вот так все. Это дизайнерская работа. Видишь, да, что увидим мы в квартире, все остается. Вот так. Очень со вкусом все сделано. Но самое главное, когда мы будем вид смотреть, шикарный вид. Вот так, такой потолок. Везде дизайнерский. Видишь, да? Вот так. Это один спальня такой. Вот. Вид шикарный. Когда видим на балконе, более подробно опишу. Все остается. Вот дверь такой. Вот в эту сторону джакузи. И самое главное, что все качественное, все дорогое. Если кто-то правда хочет для себя и перейти в Грузию, это есть вариант тот, который можно только любоваться. Привет! Так, поехали сейчас дальше. Батарейки, видишь, да? И под этот утепление пола тоже есть. Ага. Это второй спальня. Вот так. Все они светлые, видишь, да? Все они светлые. Вот тоже гардероб. Очень красиво сделано. Так. Пространство шикарное. Вот такой зал. Шикарное. Очень смотри. Нравится было. Ой, как красиво. Как красиво. Смотри, какой потолок, видишь? А, плюс этому еще... Я тебе объясню, еще мы это знаем, но может поднимусь я и посмотрю. Вот этот чердак тоже оформлен на хозяина. Так что может человек взять разрешение и еще сверху добавить, и будет уже как частный дом в центре города. Вот какой холодильник. Шикарный. Кондиционер. Все остается. Хозяин с собой не берет ничего. Вот выходим на балкон. Вот такой у балкона арка. Видишь, да? И бойлер вот здесь. Так. Смотри. Вот, видишь? Чердак этот. Люди сверху добавили этаж и строят этот чердак. И добавится один этаж. Можешь продашь, может, захочешь построишь. Так что по-всякому можно работать. Вот такой вид, Шератон. Море. Старый Батуми. Кортиат Мариот. И, в общем, все
Вот так. Самый главный море видно очень красиво. Вот так. Так, и здесь стол, стулья, стол открывается, такой раскладной стол. Да, я так вижу. Поехали дальше. Сейчас выхожу и буду показывать вторую квартиру. Отдельно потому не можем продать, чтоб ты еще раз повторяю, отдельно потому не можем продать, что один центральный отопление сделал для себя. Это домофон, видишь, да? Да. Лифт 2. А сейчас вторую квартиру заходим. Вот так. А вот отсюда на чердак поднимаемся. Потом будем на чердак подниматься, если есть там, если можно зайти. Вот вторая квартира. Смотри. Видишь? Вот такой плитка. Везде стиральная машина, везде ремонт, везде уютно, красиво. Это квартира с одной спальней и с балконом. Но вид на горы. Так что у одного есть на море, у другого на горы. Вот такой кабина. Вот такой. Вот такой. Утепление. Пол есть. Еще раз напоминаю. Вот такой мебель из кожи. Вот так. Сейчас выходим на балкон. Сейчас выходим на балкон. Вот. А, отсюда город тоже видно, видишь? Именно угловой квартира. Да. Вид такой. И море видно чуть-чуть.